Дорогие друзья, приветствую вас на канале Рантье. И мы продолжаем свое знакомство с компанией Midas Goldsmith. Компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Один из крупнейших соучредителей компании также родом с этой страны. Компания является глобальным ювелирным маркетплейсом. Какие же продукты предоставляют компания? Это изделия из серебра, изделия из золота, изделия с драгоценными камнями. Также инвест-монеты 999 пробы. Дополнительные продукты, сертификаты. Здесь мы с вами видим два основных вида сертификатов. Здесь четко описано, по каким критериям они различаются. Поэтому мы переходим дальше. Данная таблица показывает цифры кэшбэка по готовым изделиям из золота, из серебра и с драгоценными камнями. Доход составляет от 104 до 208% в зависимости от выбранного периода выплаты. Следующая таблица показывает нам цифры получения дохода от сертификатов дополнительного продукта. Сертификаты золото, серебро, драгоценные камни. И мы с вами видим четко, какой доход мы с вами получаем в зависимости от выбранного периода. Друзья, хочу показать основной, вернее, акцентировать внимание на первых деньгах, которые мы с вами видим в компании. Компания имеет большой спектр различных бонусов, которые стимулируют нас к развитию бизнеса и получению крупных денег. Какие же есть вообще бонусы? Первое — это кэшбэк по изделиям, кэшбэк по сертификатам, трейдинг-бонус, продуктовый бонус, директ-маркетинг, экстра-маркетинг, лояльная программа, программа лояльности, структурный бонус и также для держателей части доли компании. И здесь первое, что хочу сказать. А значит, любой человек открывает бизнес и получает доступ к реферальной системе от покупки на $25 США. Сделав покупку, он получает возможность делиться реферальной ссылкой и продвигаться по бизнесу. Что он также, какую возможность он имеет при данном варианте? Это получение 5% от продаж с первой линии. Это получение 10% от продаж со второй линии. А также 10%
от первой линии он может получать в первые 90 дней, то есть в первые 3 месяца. Если мы будем говорить о программе лояльности, то она работает в рамках с 3% до 30%. То есть это структура, да, структурный уровень. Здесь мы с вами видим таблицу, значит, драгоценные камни, уровни, по которым работает данная программа и дает возможность получения дохода до 30% в глубину. Первый уровень – это 3%. Как подключиться к этому уровню? Вы делаете покупку на $500, и ваши первые три партнера – делают покупку на $500, которые в первой линии. И вы получаете первый уровень, который составляет 3% от оборота сети, начиная с третьего уровня. И далее в глубину до бесконечности. То есть это глубинный бонус. Дальше идет, мы дублицируем систему, да, то есть наши партнеры, которые сделали покупку на $500, они также дублицируют систему, и мы переходим на следующий уровень, это 5%. Далее на 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27 и 30%. То есть самый высокий бонус, глубинный от структуры, это 30%. Друзья, вот на этом уже можно увидеть, какие глобальные крупные деньги заложены в маркетинге. Здесь мы видим как раз уровни карьеры, проценты, доход и оборот в долларах США. Для нас это прекрасные цифры. И слава Богу. Что касается других дополнительных бонусов, то их, друзья, очень много. Они очень щедрые. Есть такой бонус, как трейдинг-бонус, который дает получение 10% от дохода при приглашении, подключении магазинов, фабрик и так далее. Есть продуктовый бонус, который дает 10% вашего заработка, направляет на бонусный счет. Вы можете покупать ювелирные изделия на платформе с внутреннего баланса. Это удобно и быстро. Далее. Matching бонус. 1% от дохода всех партнеров структуры, начиная с уровня Amethyst Manager. Здесь мы с вами как раз можем увидеть на предыдущих слайдах, где находится Amethyst Manager. Выплачивает 5 поколений глубины, компенсируя при этом неактивных партнеров. Лидерский бонус. 1% от оборота партнерских линий, начиная с уровня Amethyst Manager, предназначен для выплат с квалификационных линий, но недостающих для собственной квалификации. Выплачивает 5 поколений глубины. Генерирующий бонус.
1% от оборота двух самых сильных линий структуры, начиная с уровня рубиновый директор, в том случае, если оборот этих линий не превышает 70% суммарного оборота лидера. Мировой бонус. Мирового 1% мирового квартального оборота распределяется на семинарах компании один раз в 4 месяца среди самых успешных партнеров в зависимости от их инвестиций в этот оборот. Shareholders bonus. То есть часть держателя, да, то есть часть компании, держатель части компании. Для своей лояльной комьюнити, то есть сообщества, компания предлагает стать собственником части розничного дохода компании. Распределяется квартальный доход магазинов компании между партнерами, держателей части доли компании, который равняется 1 доля равна $5000 США. Каждая доля приносит своему владельцу 5% от квартальной прибыли магазина в виде пассивного дохода. Друзья, здесь мы уже видим ту картину бизнеса, которая складывается. Первое – это глобальный бизнес, который только-только стартует в мире. И активные лидеры, которые присоединяются к этому бизнесу, получают максимальные доходы и большие деньги. Поэтому, друзья, знакомимся с компанией, регистрируемся, пишем, звоним и делаем бизнес, делаем деньги. Я, как всегда, рад вам помочь и жду от вас сообщений, звонков. И до скорых встреч. Желаю всем больших денег и прекрасного настроения. До связи.